Всем доброго времени суток! Добро пожаловать на мой канал! Прошу прощения за долгое отсутствие, к сожалению, ваша покорная уже не молодеет, и ей с трудом удается совмещать сразу несколько дел, но самое главное, сегодня я к вам вернулась, и не с пустыми руками, а с порцией крутых фаворитов белорусской косметики, которые, я знаю, вы точно любите, и подарками. Собственно, как их получить, вы узнаете время просмотра этого видео, и предлагаю не откладывать и сразу же начать. Я часто рассказываю вам о белорусских находках декоративной косметики, но долгое время почему-то обходила тему ухода стороной. Я решила, что это надо исправлять, и потому сегодня собрала для вас 10 шикарнейших средств, от которых я просто в дичайшем восторге. Я уверена, что вы один раз попробовав, тоже будете от них без ума. И давайте начнем, наверное, со средств для волос. Их у меня всего 3. И первое, что я вам покажу, это вот такая вот инъекция красоты для ваших волос, именно филлер Plex Therapy от фирмы Vitex. Я вообще люблю всякие экспресс-уходы, когда вы наносите на свои волосы сыворотки, маски, филлеры, держите 15-20 минут, и уже сразу после первого применения виден результат. Видно, что у вас лучше стали волосы. В общем-то, это средство я могу к таковым отнести. Но это средство, я думаю, что все-таки станет не для всех фаворитом, и сейчас я вам объясню почему. В общем, выглядит оно вот так, и на первый взгляд кажется, что это обычная водичка. На самом деле, это только так кажется. Если говорить о консистенции, то она очень необычная, и я первый раз с таким сталкиваюсь. Это что-то такое маслянистое, но в то же время терпкое, напоминающее спрей-бальзам, который мы обычно наносим после мытья, и которая очень вкусно пахнет. Если взгляните на компоненты, которые входят в это средство, то, в общем-то, все пазлики складываются, и становится понятно, что маслянистое средство из-за масла маноэ и пантенола, который входит в состав, а терпкость из-за алкоголя, который, на секундочку, стоит на первом месте. Более того, производитель не постеснялся и указал прямо на упаковке, что объемная доля этилового спирта 66,5%. Это, конечно, очень много, но все-таки хочу отметить, что средство вы наносите на волосы не в таком концентрированном виде, а смешиваете его предварительно с водой. Здесь в комплекте даже идет вот такой вот мерный стаканчик. Пропорции выдумывать не надо, здесь все указано на упаковочке. Читайте обязательно перед применением. И на свои волосы длиной от 50 сантиметров я беру 30 мл средства и смешиваю его с 30 мл воды. Средство я наношу на основную длину волос и на кончики, отступая не 3-4 см от корней, как советует производитель, а где-то, наверное, сантиметров 7-8, потому что маслянистое средство сыграть может злую шутку над нами и сделать некрасивый эффект немытых волос. В идеале, если вы свои волосы на 15-20 минут спрячете под термошапку или хотя бы наденете пакетик, чтобы создать эффект бани, я хочу вам сказать, что даже после первого применения я заметила, волосы стали гораздо лучше. Во-первых, они стали плотнее. Плотнее, причем раза в два. Ощущение за счет этого, словно у вас волос гораздо больше, они лежат гораздо лучше, они не пушатся, не топорщатся. И мне, честно скажу, очень нравится этот эффект на волосах. Я вижу, что они блестят, они действительно стали лучше выглядеть. Но я ни в коем случае не согласна с тем, что написано на упаковке, что это средство глубоко увлажняет и уж тем более питает ваши волосы. Поэтому девчонки, у которых обесцвеченные волосы, которые прям блондинки, у которых, скорее всего, слабые, очень ломкие волосы, будьте осторожны. Скорее всего, средство вам может не подойти и сделать только хуже. Но если ваши волосы пористые, такие вот пушистые, объемные, как у меня, то обратите внимание, это средство в целом очень здорово улучшает их внешний вид. Опять же, хочу оговориться, эффект заметен только если вы средством будете пользоваться на постоянной основе, то есть курсами. В целом, наверное, можно даже говорить, что средство экономично расходуется на мою длину волос. Вот этого тюбика хватает на 5 применений ровно, потому что здесь как раз объем 80 мл. И учитывая то, как оно стоит, соотношение цена-качество просто идеальное. Далее хочу вам показать очень крутую маску для волос, восстанавливающую, с кератином от фирмы Belita Vitex. Выглядит она вот так. И это настоящий фаворит для моего кошелька. Объем этой баночки 300 мл. И чтобы вы понимали, обошлась мне эта бадья в 140 рублей. 140 рублей. У меня, честное слово,
вообще не укладывается это в голове. Я не верю, что существует реально крутое средство за такую цену, но эту маску сделала невозможное, она меня в этом убедила. Давайте по порядку. На эту маску свой глаз я положила после того, как прочитала более 300 положительных отзывов. Все, кто пробовал эту маску, сказали, что она необычайно хороша, прежде всего потому, что она действительно улучшает структуру волос, она делает волосы напитанными, она делает волосы более мягкими, они лучше поддаются расчесыванию. Единственное, что посоветовали все, это то, что эту маску рекомендую держать чуточку больше 15 минут, может быть 25, даже 30, и желательно, опять же, создать эффект бани, чтобы масочка лучше проникла в структуру волос. Мой промежуточный вывод: маска волшебная. Правда, с ней мои волосы выглядят гораздо более живыми. Я стараюсь наносить ее, как и в случае с филлером, отступая от корней какое-то расстояние 5-6-7 сантиметров, потому что само по себе средство очень насыщенное, ну, жирненькое такое, откровенно говоря, и за счет этого волосы могут быть сильно прилизанными. Кончики мои, конечно, стали гораздо более мягкими, не такими сухими, как они были раньше, но и за счет этого они менее ломкими становятся. Еще одна моя находка и отличный аналог более дорогих средств, которые облегчают расчесывание ваших волос, типа Pantene, Gliss, Yoz и так далее. Спрей ламинирования с маслами, который называется Smooth Sleek от Belita Vitex. Наверное, подпишусь под каждым словом девчонок, которые уже не первый год нахваливают это средство, но которое я попробовала только сейчас. Этот спрей, правда, отлично разделяет ваши волосы. Это отлично поймут те девчонки, у которых они очень путаются после мытья, несмотря на бальзамы и всевозможные восстанавливающие питательные маски. С этим спреем с волосами совладать гораздо проще. Мне, правда, нравится средство наносить не на влажные волосы, а на сухие. Таким образом, средство не утяжеляет вашу шевелюру. Кончики выглядят более живыми, а не такими засаленными, если вы будете наносить на влажные волосы. Ну и самое главное, блеск заметен, мне кажется, за километр. Такое ощущение, будто у меня волосы как из рекламы, если я попшикаю спреем именно на сухую шевелюру свою. Отдельное спасибо производителю за аромат, он просто божественный. Сочетание масла макадамии с маслом органы и какими-то еще другими компонентами, которые входят в этот спрей, это что-то невероятное, это очень сложно описать, но это вот надо почувствовать, правда. Я очень жалею, что этот запах очень быстро улетучивается, мне бы хотелось, чтобы он как можно дольше держался на моих волосах, ну и, конечно, производители, пожалуйста, давайте увеличим объем этого чуда. Прошу вас, 100 мл это безбожно мало. Это очень... Давайте литр. Вот литр. Остановимся, и тогда будет все замечательно. Далее давайте переходить к нашей коже. Первое средство, которое я покажу, я думаю, будет по нраву девчонкам, которым нравится очень качественное, но щадящее очищение. Я сейчас говорю об энзимной пудре для умывания от фирмы Belita. На самом деле, название продукта целиком и полностью соответствует консистенции. Это действительно пудра, которая очень приятно пахнет фруктами. Это, в общем-то, все вполне объяснимо, потому что в средстве содержатся энзимы папайи, которые способствуют отшелушиванию роговых чешуек и которые помогают устранять загрязнения с поверхности кожи. Кроме того, здесь содержится белый уголь, который адсорбирует те самые загрязнения и токсины и матирует вашу кожу. На самом деле, умываться этой штукенцией немного непривычно в первое время, особенно тем девчонкам, которые ранее не сталкивались, не знакомились с подобным продуктом. Но ничего сложного нет, вы просто насыпаете небольшое количество на ладошку, затем добавляете немножечко водички, все это дело вспениваете и начинаете аккуратненько массировать свою кожу. Не нужно надавливать, не нужно никаких усилий прилагать. Это средство я использую не для того, чтобы снимать макияж. Это скорее заключительный этап очищения, чтобы уже окончательно подготовить вашу кожу к тонизированию и увлажнению в последующем. Самое главное, что я вижу по итогу, у меня ровный цвет лица, моя кожа заматирована, но при этом нету чувства стянутости, которое, я думаю, многих раздражает после умывания. Кстати говоря, неоднократно слышала, что это средство сравнивают с более дорогим, а точнее люксовым продуктом от Givenchy, микропилингом. Он также идет в формате пудры, и в целом по способу применения, по результату, по эффекту, так сказать, нет никакой разницы, но стоит это средство в 10, а то, по-моему, и в 12 раз дешевле. Те, кто смотрит меня постоянно, знают мою любовь к пилинг-скатам. Я убеждена, что это лучшее средство для того, чтобы сделать вашу кожу нежной, и если человеку, который придумал подобное средство, еще не поставили памятник, то этим вопросом нужно заниматься сейчас и как можно скорее, потому что он этого заслуживает. Конечно, раньше лучшие пилинг-скатки я находила у корейских брендов, чего говорить, они на этом собаку съели, но хочу вам сказать, что с недавнего времени
моя вера в это пошатнулась, потому что я попробовала не менее крутые пилинг-скатки от белорусского бренда, и, честно говоря, очень этому радуюсь. Сейчас в моих руках два средства. Первое — это мезопилинг-скатка для лица с молочной кислотой бетаином от фирмы Биолита. И второе средство — это очищающая пилинг-скатка из серии Green Snake от Биолита Cosmetics. Средства я показываю вместе, да потому что они в целом по эффекту не отличаются друг от друга, что один, что другой, отлично работают. Правда, вот этот зелененький, он более щадящий, что ли, и подойдет скорее для очень чувствительной кожи, склонной к куперозу. Одним словом, средство очень аккуратно удаляет омертвевшие клетки эпидермиса. Таким образом, если вы вдруг переживаете за свою кожу, если вдруг боитесь, думаете, стоит или не стоит, то лучше начните свое знакомство с пилинг-скатками именно с этого средства. Оно вас точно не разочарует. И в целом, если говорить про цену, то они стоят одинаково. Здесь просто 100 мл, здесь 75, а по сумме они отличаются в несколько десятков рублей. В целом из этих двух средств мне, конечно, больше понравилась вот эта вот мезопилинг-скатка. Она прям невероятно работает на коже. Она такая мягенькая, нежная становится после использования. Работает как любая другая пилинг-скатка на сухой коже. Вы наносите небольшое количество, ждете буквально 10-15 секунд, начинаете аккуратно массировать, и уже через пару секунд под вашими пальчиками появляются вот эти вот катышки. Это, естественно, не ваша кожа, это именно средство, которое превращается в такие вот катышки и которое вытаскивает все загрязнения из ваших пор и снимает с поверхности кожи омертвевшие ваши клеточки. В пилинге есть какие-то мельчайшие скрабирующие частички, которые абсолютно не повреждают вашу кожу, потому что они не грубые, они какие-то как полусиликоновые, что ли. Мне очень сложно объяснить, потому что это вот нужно именно щупать пальчиками. Без привлечения можно сказать, что подходит именно для интенсивной эксфоляции вашей кожи. При всем при этом после использования нету никаких неприятных ощущений, что для меня самое главное. Теперь давайте быстренько пробежимся по маскам. Вот эта троица покорила меня с первого применения, и давайте я начну свой рассказ с вот этой маски, которую, признаюсь, я сначала не поняла, все потому что не совсем верно использовала. В общем, сейчас вам обо всем подробно расскажу. Это преображающая маска пилинг для лица «Магия Марокко», снова от фирмы Биолита, которую я за сегодняшнее видео повторила раз так 6. В этой маске содержится вулканическая глина, а также экстракт моринги, который, как говорит производитель, позволяет максимально быстро вытянуть токсины из вашей кожи и таким образом сделать ее более живой, менее уставшей и сделать в целом ваше лицо более здоровым. Эту маску я наносила утром, когда шла в душ, 5 минут держала, смывала и ожидала какого-то эффекта. Было небольшое покраснение, небольшое пощипывание, затем я приходила к своему косметическому столику, тонизировала кожу, увлажняла, и мне казалось, что в целом ничего-то, собственно, не изменилось. Единственное, моя кожа стала красной. Но потом я почитала внимательно инструкцию, почитала отзывы девчонок, которые сказали, что эффект у маски накопительный, это во-первых. Во-вторых, лучше всего он заметен после третьего применения. И самое главное, эту маску нельзя использовать каждый день на постоянной основе. Я бью себя по рукам. Кроме того, еще один важный момент, который я упустила. Моя кожа не была предварительно хорошенечко очищена, не была хорошенечко распарена. Это очень важно, когда вы используете маски с глиной, в частности. Когда я сделала все как надо, я увидела все то, что обещал производитель. Действительно, кожа стала более ровной, как-то даже рельеф, что ли, выровнялся, не только цвет лица. Кроме того, чувствуется, что баланс кожи именно в плане увлажнения, он стал более нормальный, что ли. То есть чувствуется, что кожа напитана, что ей не требуется дополнительного какого-то интенсивного увлажнения, то есть достаточно просто вашего обычного увлажняющего крема. Ну и самое главное, маска чудесно уменьшает шелушение. Еще два средства, которые покорили мое сердце, это крем маски для лица. Вообще это настоящий must-have в летний зной, когда ты изнываешь от 40-градусной жары. Что может быть лучше? Нанести эту масочку и начать наслаждаться вот этим приятным холодком, который бегает по коже, этим приятным покалыванием, который освежает ваше лицо, когда ты начинаешь чувствовать себя человеком. Мне кажется, ничего. Но, безусловно, эти средства можно использовать и в любое другое время года, например, после хорошего какого-то очищения, после косметических чисток или каких-либо процедур более агрессивных, чем обычные каждодневные. Криомаска супер гидратирующая, то есть супер увлажняющая от фирмы BioWorld, и на самом деле она
действительно отлично снимает эффект горящей кожи, то есть отлично подойдет, если вы вдруг получили излишний витамин D, если вы вдруг сгорели где-то или просто хотите очень быстро избавиться от вот этой непонятной сухости на коже. Ко всему прочему, маска не только успокаивает вашу кожу, но и отлично снимает отечность. Парочку раз, когда мне требовалось снять припухлости на лице, я наносила эту маску, и хочу вам сказать, 10 минут достаточно, чтобы немножечко нормализовать вашу кожу, чтобы привести ее в чувство. Ну и, конечно, вот этот приятный холодок, это прям незабываемое чувство, я обожаю этот эффект. Стоит маска 171 рубль, я считаю, что это отличное соотношение цена-качество, так что прям советую от всей души. Что же касается второго средства, крем-маски для лица Superfood от фирмы Markel, то, наверное, такой вариант подойдет далеко не всем девушкам, просто потому что, ну, маска, откровенно говоря, дорогая. Здесь объем 100 мл, стоит она порядка 400 рублей, ну, все будет зависеть от того, где вы будете ее приобретать, и, конечно, за такой объем, ну, как-то многовато, мне кажется, просит белорусский бренд. С другой стороны, знаете, а почему бы себя раз в пятилетку не побаловать и не купить такую маску, тем более, что эффект у нее очень даже неплохой. Здесь содержится экстракт артишока и куркумы, который отлично именно успокаивает, опять же, вашу кожу, делает ее менее уставшей. Одним словом, ее бодрит и делает менее тусклой. И последнее средство, которое я хочу показать, это отличная находка не только для обладателей проблемной кожи, но и для тех девушек, у которых периодически появляются высыпания, от которых как можно быстрее хочется избавиться. Это вот такая вот болтушка от прыщей от фирмы Vitex. Обратите внимание, она продается обычно в коробочках, но сам пузыречек выглядит вот таким образом. Перед применением вы, естественно, сначала взбалтываете средство, доводя его до однородной консистенции, уже только потом берете, например, ватную палочку и аккуратненько распределяете тонким слоем на все ваши покраснения на лице. По идее, это средство блокирует размножение бактерий и запускает процесс восстановления именно проблемных участков кожи, то есть быстро снимает воспаление, покраснение, подсушивает и способствует заживлению того участка, куда вы наносите эту болтушку. Все это происходит за счет салициловой кислоты и оксидоцинка, который входит в состав этого средства, за счет этого оно такое дешевое. И самое главное, все-таки не переборщите. Не стоит этим средством пользоваться постоянно, ваша кожа должна отдыхать, иначе она привыкнет к этому средству и, к сожалению, без него справиться уже не сможет. Ну а прямо сейчас я запускаю конкурс, условия которого вы видите на своих экранах, внимательно читайте, ну а я буду ждать от вас комментарии в описании под видео. Победитель будет только один, его я выберу рандомным образом, он получит возможность заказать любимую белорусскую косметику на сумму 5000 рублей. И на этом буду заканчивать свой ролик. Благодарю всех и каждого, кто присоединился сегодня ко мне и провел эти прекрасные осенние мгновения. Надеюсь, вы не заскучали. Как всегда, в описании под видео ищите название и ссылки на средства, о которых я сегодня рассказывала. Если вы смотрите этот ролик, скорее всего, кнопочка подписаться у вас уже давно серого цвета. Но если же нет, и она горит красным, то обязательно жмите. Жмите, жмите, жмите. Всем желаю удачи, за всех держу кулачки. И на этом буду с вами прощаться. Увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока.